Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот этот маленький-маленький ролик-коротышка, тут никакой особо серьезной темы нет, просто я хочу вам рассказать еще раз о пользе марганцовки, потому что мы говорим о ней часто с разных ракурсов, и о вреде, и о пользе. При протравливании грунта пишется, что она уничтожает много и вредных, и полезных, но есть несомненная польза. И многие опытные огородники вам скажут о том, что если вы посеете томаты или перцы очень-очень рано, но это даже не овощей касается, еще и цветы, особенно вот эта петуния нежная, которая вот маленькие всходы, сильно-сильно восприимчивые, все огородники, садоводы, цветоводы со стажем, все стараются поливать самые ранние посевы не просто водой, а вот такой розовым раствором марганцовки. Вот прям чуть-чуть, еле видимым, я уже рассказывала, что если на руку такой раствор налить, кажется, вода совсем чистая, но вот в большом объеме бутылки видно, что она все-таки бледно-розовая. И вот у меня вот эти испытуемые, еще раз повторю, уже спрашивают, зачем так рано посеяли. Это не посевы, это просто я испытывала семена, схожесть семян, и раз уж они взошли все дружно, я их теперь буду выращивать и в качестве вот такого учебного пособия. И вот хочу показать, что именно вот эти всходы, которые... Вот у меня, например, я их в конце декабря посеяла. Также кто-то сеет для раннего урожая в январе, начале февраля. Это, конечно, очень рано, и длительное нахождение вот такой рассады в лоточках обязательно ведет к тому, что у них там может появиться какая-то и черная ножка, и другие там корневые гнили. Но все грибные споры можно уничтожить, если мы будем поливать не просто водой, а бледно-бледно-бледно-розовым раствором марганцовки. Все, вот я сейчас их полила. Такие капельки, конечно, нежелательно лить на листья, лучше по земле, но эти вот у меня сильно маленькие, сложно на землю попасть. И вот такие листья, ой, капельки раствора с марганцовкой, даже если попадут на листики, они не вызывают ни загниения вот этой середочки, никаких других заболеваний. Вот в этом случае у нас марганцовка незаменима. И вот именно марганцовка помогает нам зачастую, только она в большей степени, спасти вот эти молодые, очень ранние всходы и посевы. Особенно вот я говорю про петунию. У меня петунии сейчас нет, но петунию почти все поливают вот бледным раствором марганцовки, потому что она прекрасный дезинфектор, все, что там хочет образоваться в самом зачатке болезни, она уничтожает. И вот этот вот, как называется, калий перманганат, хоть и говорят, что кто-то вообще от него отказывается, говорят, что он там убивает все живое, но вот на раннем этапе то, что он там все убивает, это только плюс. Потом, когда вы распикируете, вы можете, конечно, уже не поливать марганцовкой, пусть там присутствуют микроорганизмы, полезные, хорошие. А вот в самый ранний период, я считаю, что пусть она даже лишнее что-то там протравит, лишнее убьет полезное, но зато там уже точно 100% не будет никаких болезней. Все.